Уровень потребительских цен в Одесской области с конца прошлого года по состоянию на октябрь вырос на 20,5%. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в регионе. Почти на 3% выросли цены в сравнении с прошлым месяцем. Продукты питания и напитки с начала года подорожали на 18%. Больше всего с начала года прибавили в цене фрукты – 55% и сахар – 32%. Яйца подорожали с начала года почти на 27%, а с учетом прошлого месяца на 16. Рыба и морепродукты подорожали в 2014 почти на 30%, мясо на 23%. Алкоголь и табачные изделия в целом подорожали на 22%.